Дамы и господа, всех приветствую на моем канале Лудобоб. Сегодня у нас будет Sugar Rush 1000, крупный депчик от меня на 18 мультов. По улям я уже слил, не обращайте внимания. И я думаю, в честь заноса устроим розыгрыш, если он будет. Ну, а пока поддержите лайками и комментарием. Я думаю, вам будет несложно, а мне будет очень приятно почитать ваши комментики и посмотреть на ваши лайки. Начнем, наверное, с 5 бонусок по 200 тысяч. Сегодня у нас, наверное, будет достаточно долгий видос, зависит от того, как пойдет. Если занесем 25 мультов хотя бы, то, я думаю, можно будет и заканчивать. А пока начнем с разминочных 5 бонусок. И пока первая бонуска у нас мимо. Друзья, кстати, играю я на проекте Celebet. И у меня сейчас проходит розыгрыш на первый депозит. Для того, чтобы в нем вам поучаствовать, вам надо перейти по ссылке под этим видео. Зарегистрировать аккаунт, внести первый депозит от 100 рублей, играть не обязательно. И получить от меня накидон на аккаунт Celebet. В конце недели 50 тысяч вам прилетит. Места еще есть, поэтому выиграет каждый, друзья. Играть или нет, это уже на ваше усмотрение, но можете хотя бы просто поучаствовать в раздаче. Деньги можно будет вывести. Так, 12 спинов упало. Попахивает заносом. Ну а что-то пока не играет. 4 пустых спина было. И вот у нас первый спин, который что-то да нарисовал. Играем, кстати, пока по обычным бонускам. Потом, наверное, перейдем на супер бонуски, если тут вообще никак не попрет. Но тут, видите, ставку можно хорошую держать. Хорошая ставка — залог успеха. Так говорят великие лудоманы. Коим я являюсь. Так. Неплохо. 56 за спин. И настакали иксовочки. Но у нас последний спин подходит. Сейчас, если не будет ретриггера, то пиши пропало. Еще одна ракета нужна. Давай, еще ракеточку. Да, и дружок. Угу. Половина бонуски. Ой-ой-ой, хорошо. Купили бонуску. Как-то так. На 200 рубликов в плюсе. Ну ничего. Третья бонуска за 200. Третья за 200. Знаете, разминаем слотик. Ой-ой-ой, сразу 10 спинов дополнительных. Ого. Ого. А вот это неплохо уже. Так. Походу, 10 пустых спинов нам дали. Ну, считайте, что, все, ничего не сыграл за это время. Вот как бы, блин, странно, да? Вроде бы 20 спинов, как будто должны тащить, но ни хрена ж себе. Ох, четыре спина осталось, только-только пошла сыгровочка у нас. Надо, чтобы я играл в эту часть. Нормальный X2. Хорошо. Может быть, зеленые сейчас сюда упадут? А нет. Не упадут. Блин. Ну, камон. Дай ретриггер. Тварь. Так, и последняя у нас идет бонус за 200.
И вот тут вопрос, как дальше играть, потому что пока как будто слотик ты не разыгрался особо, но хотя с другой стороны мы в него занесли, соответственно, по некой логике вещей, с определенной долей вероятности, нас вполне могут ждать заносы дальше. Ну давай. Оп. Оп. Так, красненьких поймали. Еще одного фиолетового. Блин, в разные места стакает. Да. В общем, все сливные у нас получились. Все сливные. Давайте один спин дадим, чё. Да, и можно еще один, я думаю. Почти поймали бонус. Бонус по максбету, конечно, бы, блин, многое решил. Ой-ой-ой, чё, это жирнич подъехал. Красненькую сюда дай. Красную дай. Зеленую. Ох ты. В общем, понятно. Давайте, друзья, начнем. Первая бонус за лям. Таких мы можем купить 16. Цель поднять 20 миллионов хотя бы. А лучше больше. Ну как так-то, алло? Дружище, миллион. Миллион бонуска, посмотрите на нее, вообще пустышка. Я думаю, как-то, блин, Казик чекает баланс. Потому что если бы я взял с балансом лям, бонуску за лям, вот такой херни бы точно не было. Давайте обычную попробуем за миллион. Противостояние такое некое устроим. Бонуски за лям и бонуски за лям обычный. Обычные, точнее, супер бонуски. Даже чуть подороже она вышла, но ставка, зацените эту ставку. 11 500, блядь, ебать. Если она пойдет в плюс, то это будет... Давай, играй, камон. Не так много попыток, как хотелось бы, конечно. Но суммы ебейшие. Ебейшие суммы. Так, ретригер будет? Нет, да, нет. Не. Не сегодня, нам говорит Шугараш, не сегодня. Когда-нибудь, но не сегодня, это точно. Так, ну что-то настакали, как будто, посмотрите. 16 есть, и все, можно и поесть. Потеряли порядка 900 тысяч, даже больше. Ладно, еще одну возьмем. Быстро Бали, конечно, начал спепеляться. Так, фиолетовые еще могут быть. Да, теперь красные. Почти. Ну, вот хорошее место, вроде, более-менее. Более-менее. Не, это пиздец какой-то. Это какой-то пиздец. О, теперь супер бонуска у нас идет. Тем временем 12 лямов на балике осталось. Немного, знаете, не буду лукавить. Ухожу в тильт. Постепенно. Ого, вот это похоже на камбэк. 226 с первого спина. И уже настакали, неплохо. Ну давай. Давай. Ну не надо, не надо, не надо так делать. Отлично.
Блять. Чупа-чупс бы. Сюда уронить. Так, играют мишки. Вот эти... Нет, эти не сыграют. А, сыграли, найс. Чё, вот эти сейчас сыграют. Это оранжевые уже не будут. Половину бонуски окупили. Блять, какие же там цифры-то настакались уже. Окупили бонуску. Ретриггер. Нормально. Нормально. По чуть-чуть, возможно, уйдем даже так в плюс. Возможно, так и уедем в плюс, друзья. По чуть-чуть, понемногу. Главное, чтобы плюсовые были. Тут я не вижу никаких сыгровок особых. Ой-ой-ой-ой, зеленых бы. А, сейчас зеленые сыграют, смотрите. Оп. Сюда, блять, а сверху что-нибудь. О, давай, блин, наигрывай, наигрывай, крути и верти. Кручу и верчу, за носик словить хочу. Пошла сыгровочка. 4 спина, правда, осталось. Нам бы ретриггер сюда положить. Бля. Не. Ну, сейчас, может, оранжевый сыграют, да. Че еще? Блин, не в ту сторону пошел играть. Ну вот по ощущениям. Супербонус, конечно, лучше отдает. Давайте рискнем, наверное. Возьмем за двушечку на этот раз. Знаю, это риск. Но, блин, а что поделать? У нас балик заканчивается. Мы ставку не поднимаем. Как-то надо камбэкать. Как-то надо камбэкать это дело. Ой-ой-ой. Так, понятно. Осталось еще 1 900 000. Ого. Очистилось поле. Мишку дай. 6 спинов. Я хоть один ретриггер вообще увижу в этой жизни. Скажите мне, пожалуйста. Один ретриггер, господи, накинь прямо сейчас его. Блин. Пошла замаза. 3 000 000 бонуска. Ох, походу я перехожу на дошики, друзья. Мишку дай. Так, ну, кстати, неплохо первый спин скатал, но дальше, смотрите, пустые, пустые, да. Любим, знаем, любим мы таких. Красные сейчас сыграют, и потом сыграют сердечки. Отлично, отлично, отлично. Может быть, бонус хотя бы отобьется. Еще лям. Еще лям остался. Ебать, тут 512. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чупа-чупса. Почти. Два спина.
Да куда вы играете? Бонуска отбилась, кстати. И на этом спасибо. Последний спин. Блин, ретриггер, молю тебя. Не, ретриггера не будет, но... Чуток ушли, плюс. Так, давайте вернемся-ка к ставочке по ляму. О, это что-то, блин, замазал, сорян. Сорян, босс. Сейчас попытаемся исправить эту ситуацию. Бум, шоколака. Представь, что, если бы сейчас вот это было за 3 ляма бонуска. Что бы интересно было? Пока как будто играет. Почти 1/10 купили. Как тяжело-то, а? Тяжело смотреть на это буквально. Сердце крови обливается, когда видишь эти пустые бонусы. Друзья, кому интересно, играем мы на проекте Libet. И прямо сейчас у меня проходит розыгрыш на первый депозит. Для того, чтобы вам в нем поучаствовать, переходите по ссылке. По ссылке к этому видосу. И регайтесь по моей ревке. Вносите депозит. От 100 рублей. Играть не обязательно. И в конце недели будет розыгрыш, где вы гарантированно получите на аккаунт Libet 50 штук. Их можно будет сразу вывести. Места еще есть, поэтому залетайте, пока возможность такая предоставляется. Так, а вот это похоже на хорошую сыгровку. Сюда мишка еще надо. Ого, вот так вот, да. Ебать. Лям за один спин. Ну-ка. Ну-ка, а ретриггер выйдет? Погулять. Ну, это несерьезно уже, это несерьезно. Отлично. Бонуска 2 ляма стоила, если кто не заметил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, первый ретриггер поймали. Отлично, отлично, отлично. Только без пустых, молю тебя. Мишки играют. И вот эти, возможно, еще сейчас не сыграют. Десять спинов у нас еще в запасе есть. Потенциально может быть... Ой-ой-ой, 2.5. Так. Так, друзья мои, внимание к экранам. Внимание к экранам, походу мы отсюда эвакуируемся нахер. Давай. Десяточку надо будет. Десяточку заноси, и все будет чики-бомбони. Найс. 6 лямов отыгрываемся. Ой, сейчас просто играй куда угодно. 1024 собрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята мои, это занос. Сейчас главное без хуйни. Есть. Мы вернули свой балик. Пока рано радоваться. Это не плюс. Это не плюс. Давай, 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 давай. Друзья мои, черная полоса подходит к концу. Черная полоса подходит к концу, и если мы сейчас занесем еще боль... Ой-ой-ой-ой-ой, ретриггер, да ну нахуй, 30 свинов, блядь. Это Макс Вин. Скорее всего, это Макс Вин, блядь. Бляха-муха, плюс 10 спинов, погнали. 14 лямов. 20 лямов. Ебать, у меня руки трясутся. Еще один ретриггер. О, друзья мои, просто наблюдаем. Это не закончится никогда. Я посчитаю сейчас быстренько, какую сумму мы можем выиграть, если это Макс Вин. 4560 на 15.00. 68 миллионов. 68 миллионов.
Давай, блядь. Куда угодно, играй просто в любое место. Еще один ретригер, да ну нахер. Да ну его, блядь, нахер. 20 мультов. Ебать, блядь. Ебать, 14 спинов, нахуй. Посмотрите, сколько иксовок. 30 мультов. Это Макс Вин. Это Макс Вин, дорогие. Бля. Подождите. 68 миллионов нам надо до Макс Вина добить. Точнее, тут 68. 34 миллиона еще надо, чтобы был Макс Вин. Еще один ретритер, блядь, что происходит, блядь? Что происходит? Что происходит? 48. Мы сейчас упремся. Мы сейчас упремся в лимит. Мы сейчас упремся в лимит. Друзья, блин. Будет жесткая раздача. Готовьтесь. Я буду анонсировать сейчас розыгрыш. Такую сумму надо 100% дополнительно разыгрывать. Сейчас посмотрим, сколько нам упадет. Но я думаю, нам уже больше и не упадет. 5 миллионов сюда. Ебать, вот просто моя черная полоса, нахуй. Вы бы знали, сколько она длилась. Вы бы, сука, знали, сколько она длилась. И все ради этого. Все ради вот этого Максвина. Я так долго к этому шел. Подождите. 65? Почему 65? А, 68, да. 68, блядь. Это лимит. 67. И барабанная дробь. Барабанная дробь, ебаш. 68. 400, подождите. Чё? Так, погодите-ка. Ладно, похер, потом посмотрим. Походу, тут я перепутал. Зус versus Хейт, тут, наверное, лимит больше, блядь. Здесь больше лимит, сука, бля. Ебани, это Максвин, нахуй, что происходит? Что происходит? Еще один ретригер. Еще один ретригер. Ёбнешься, блядь. У меня нахуй руки дрожат. Я весь в поту, трясется сердце. Я не знаю, мне эту сумму вообще выведут, интересно? Ебануться, блядь. Ебануться. Это Максвин? Это Максвин, блядь. Это Максим, друзья. Все, нам не дали доиграть спины. 114 миллионов. Ебанешься. Я отбил все свои ебучие минуса за этот месяц. Чтобы вы понимали, блядь. Чтобы вы понимали. 25 тысяч, да, я перепутал, думал 15. А, чтобы вы понимали, я как-то занес Zeus vs Hades 100 плюс лямов. И из них у меня, знаете, сколько оставалось? Ну вот, на балике у меня было 17 миллионов. У меня еще 10 лежало для Казика на счете. Все, все остальное я, блядь, слил. Все остальное я, нахуй, блядь, слил. Охуеть. Охуеть. Охуеть, блядь. Охуеть. Охуеть. Я не могу поверить в это. Я просто в это, нахуй, не верю. 123 миллиона. 114 миллионов. Ёбнешься в рот, блядь. Извините за мат, я, ну, во мне какие-то переменчивые чувства. Ну, я просто как будто нахожусь в матрице. Это нереально нахер. Это просто нереально. Давайте из них 15 миллионов разыграем. 15 миллионов на 50 тысяч. 300 человек. 300 человек по 50 тысяч. Короче, друзья, анонс. В честь заноса на 114 лямов, каждый, кто зарегается после этого видоса по моей ссылке в описании, в закрепленном видосе, и внесет первый депозит от 100 рублей,
на проекте Libet. По моей ревке, друзья, главное не проебаться вам. Получает от меня 100 тысяч на баланс. 50 тысяч сразу. И 50 тысяч в конце недели. Это вот розыгрыш, который до этого не идет. Ох, ты ж ебаный в рот, блядь. Ебать. Вы посмотрите на это поле. Вы посмотрите на это поле. Оно все, блядь, в иксовках. А знаете, что я всегда мечтал сделать в этом слоте? Знаете, что я мечтал? 9 миллионов похер. Давайте. Ради вас, дамы и господа, ради вас. 9 миллионов. За 10 миллионов бонуска. Поехали, блядь. Просто смотрим ее с кайфом и наслаждаемся. Минус, не минус. Вообще похуе. 100 миллионов на балике. Так, ну еще, ладно. Пятнашка уходит вам. Вам всем, друзьям босса мои. Сейчас мы посмотрим просто ради интереса, как играет бонуска. По максимальной ставке. Супер бонуска. Я ни разу ее не покупал, честно. Ну, потому что это стоит пиздец. Ее вот можно взять только вот в таком случае. Играет звездочка у нас. Неплохо, неплохо. Лямчик есть из 9. Посмотрим, как пойдет дальше. О, я, наверное, сейчас пойду друзьям своим звонить, рассказывать вообще, что произошло. Во-первых, надо на вывод поставить на хотя бы 50 лямов. И все, изберечь их нахер. Изберечь их нахер. Мне как раз-таки нужны были бабки сейчас. Не на казик, на недвижку. О, бляха-муха. Я все еще не верю. Блять, я не знаю, я надеюсь просто... Я надеюсь, все нормально будет с выводом. Потому что сумма ебанешься. Четыре миллиона. Я не могу, я хочу... Блять, главное не замазаться сейчас. Главное не замазаться, сука. Ладно, давайте не ниже 100 лямов. Ниже 100 лямов спускать не будем. Вторая бонуска за 10 лямов. Пошла, пошла. Чувствуете, да? Пошла утка. А, значит, блядь. Какой, почему ноль? Почему ты ничего не играешь? Камон. Ну тут, походу, ретриггера надо ловить. Последняя. Последняя, честно. Честно, я беру последнюю бонуску, больше не буду играть. Все остальное на вывод, блядь. На вывод и на розыгрыш. На вывод и на розыгрыш. А, сука, не играй больше. Блядь. Я не могу просто себя сдержать, блядь. Можно больше выиграть. С этой суммой можно выиграть в разы больше, друзья. Блядь, надо срочно перерыв взять. Надо позвонить кому-нибудь. Надо кому-нибудь позвонить. Надо стопнуть или не надо? Блин, знаете, я могу купить 100 бонусок по ляму. 100 бонусок по одному ляму. Закупить супер бонусок. Не, ну это бред покупать по... Или не бред, блядь? Снижай. Последняя. Может быть, еще один Максвин будет? Я об этом буду жалеть. Я уже жалею об этом. Она дозаигрывается со мной, да?
Ой-о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 й-
отобьюсь, блядь, 100 миллионов на балансе. Поздравляю, поздравляю, друзья, вы все стали свидетелями Макс Вина, блядь, невероятного заноса. И в честь такого события, те, кто пропустил анонс, в честь заноса, друзья, я устраиваю розыгрыш 15 миллионов рублей из этой суммы на проекте Libet. Для этого вам необходимо перейти по ссылке в описании, зарегаться на проекте Libet по моей ревке, внести депозит на любую сумму. Не играйте только, не играйте. И 300 человек, первые 300 человек получат от меня на аккаунт Libet 50 тысяч, которые можно будет моментально вывести. И 50 тысяч, кстати, вы получаете по... Ну, там не 300 человек будет уже, а где-то в районе 70 или 5. Короче, 100 тысяч суммарно. Первые 100 человек получат 100 тысяч. А остальные 250 тысяч... Ой, тут остальные 300, сразу 50. С вами был Удобоб. Я пойду отдыхать, праздновать это событие. Позвоню, блин, своим друзьям, девушке, расскажу об этой фигне. Ну, потому что, ебать, вы бы знали, как долго у меня уже идет эта ебучая черная полоса. А, поддержите этот видос лайком. Я думаю, он вам зашел. И, бля, ебать, как мне приятно. Как мне приятно. Блин, таких заносов, ну, один на миллион бывает. Один на миллион. Просто у меня... Это второй занос за все время. Второй занос. Первый был в Zeus vs. Hades. И вот сейчас... Sugar Rush это первый, если честно. У меня никогда не было здесь таких сумм. Я думал, это нереально даже. Давайте, друзья, ладно, не буду больше пиздеть. Пойду отдыхать. Надеюсь, я не замажусь. А, всем до новых встреч. Люблю вас. Пока.